Или вы меня делаете циганом? Кардиона не хватает. Ну что, будет ощущение правды, что типа я так действительно одеваюсь, а не так? Я, конечно, рисковый печик, но... Что-то в этом жире есть. Есть, есть. Нет, плащ мне как бы близок. Тут я не один уже, понимаешь, меня не спрашивают. Ну вот, вот это, конечно, прикол. Я могу любую вещь продать. Мне так нравится, давайте оставим. Нет! Это интересно. Я за плащ тоже. Нормально. Вася. Отпускай. Если ты больше не можешь. Чужим стал мой майор. И раз! Старый, на! Два! Два! Найти свое счастье. Моя Атлантида. Ну все, это будет нормально. Завтра будут эмоции, будет хорошо. Все. Хорошо. Куда получил? Куда получил? Сильно очень, не знаю, если хочешь. Are you doing good? I'm ready. Сильно цукиново вырезаешь. Лёшки, действительно. Займите. Да я тоже. Мне снились твои слезы, замерзшие в окна. Ну же, девочка. Дима! Дима! Твои печи, твои стены тебя не найдут. Ну же, девочка, не плачь, я тебя обниму. Ну, так Тарантино, Свет, давайте снимать. Музыка. Как вам мой образ, грязные девочки? Мне кажется, это гранж-версия. Гранж-трэш. Трэнш-гранж. Андерграунд. Рок. Вообще, если честно, ходит, давно не был, миллион лет. Вообще ни в каком. Даже не работаю в клубах. Да, надо, чтобы ты сошел с ума. Я сейчас чуть ближе вот подлечу, чтобы ты раз, а потом начну отлетать и отлетать. Иду сквозь плотные толпы, мне снились твои слезы замерзшие. Мне окей. Наша задача сегодня испортить красоту. Сделать вид, как будто бы она тусила три ночи напролет, плакала, курила. Так и было, в принципе. Бухая, непонятно откуда, кто, с кем, что произошло. Леша, блюешь, помнишь? Да, да, да. Приготовились! Мои печи, твои стены тебя не найдут. Ой-ой-ой. Ну не, я имею в виду, это надо баловаться, надо дурка должна. Давай! It will be contact with the main actor, with Dima Bilan, okay? Be ready, teach. Move like you want. Жгли мы так прям. Да? Хорошо, ага. Как? Да как последний раз в жизни. Все. Хорошо. Пошли уже. Никто не знает, где ты, моя Атлантида. Что за животное? Спроси. Чебурашка. Точно. И Гена. Чебурашка Гена. Окей. Он ой. Ой. А он может поехать чуть попозже? Вот свинина. Thank you, thank you. Брэд Питт, Анджелина Джоли, Джоли. А у них концовочка плохая была. Что, зато сколько лет они шапку не шукали. А что потом у них может, там произошло? Может, это не концовочка. Что, пил он много? Попробуй не запей с такой бабой. Нет, он не смеется.
Мама, как она меня достала. Достала. Я подскочил, потому что Ксюша же в какой-то момент наверх должна посмотреть, поэтому я туда и залез. Мне не все просто так, все не просто так. Не все просто так, все не просто так. Не все просто так, все не просто так. И камера, и музыка. Приближайся ко мне ты, пускай летят кометы сквозь мое сердце, дива. Иду сквозь плотные толпы. Чё? Чё? А ты чё? Нет. Опа! Да. Самое оно? Да. Чуть выше ногу поднимаешь. Мы снимаем очки. Очки? Хрен. Понял? Фу! Нормально. Меньше, ты не бойся. Затяните, ребята, затяните сцену ругань. Пока ты не подойдешь к нему и типа и в лоб его не. Ты как бы быкуешь, да? Пацаны засуетились. Я хочу еще раз именно по актерочке прийти, и мы будем готовы. Толкнул. Бум! Та! Да! Ты! Крута! И убегай! Просто вообще. Бутылка, они именно и полиция, мигалки. Я на полицию, Дима бежит. Хорошо же, это мои друзья, понимаешь? Они мы встретились где-то в таком темном переулке посреди ночи. Это второй съемочный день, ребята, и мы сидим в засаде. Мы сегодня будем снимать совсем другой образ ребят, которые соответствуют их внутренним ощущениям. Какие они внутри, да? То есть очень часто нас судят по внешнему облику, по каким-то нашим там поведению нашему, а на самом-то деле внутри мы можем быть совсем другими людьми. Вот это, собственно, и работа об этом. Раз. Что, у меня там назад, мельница, да, в руках? А? Мельница в руках. Мельница. Как это ты не можешь в сторону так полететь? Просто тупо долей влево. Камера! И теперь левее по себе, в левый кубик. Просто пиджак никогда не был расстегнут. Я танцевал с закрытым пиджаком. Да не очень хорошо. Поверь, это никто кроме тебя не будет. Ой, хорошо, пусть будет так. Поправь пиджачок. Спасибо. Если чужим стал мой маяк, стало быть не напрасно. Раз, два, три и хоп, прыжок, ну потому что это тоже эксперимент. Каждая работает такой эксперимент. Ты думаешь, блин, сработает, не сработает. Слушай, если бы ты не была такой рисковой, не согласилась, что тебя избивают в конце, не было бы продолжения. Понимаешь, все взаимосвязано. Не, ну стоп. Просто смотришь в глаза без какой-либо эмоции. У тебя чуть-чуть, ну, расслабленные губы. Все. Он положил руку, ты просто убрала губы, и все. Так я же внизу. Я тоже не понимаю, что ты прямо смотришь. Не-не-не, что-то у вас не получилось. Еще. Вот, вот, да. И не очень сильно. Не-не-не, это очень сильно. Бам! Ксюшенька. Ну, я ударила. Ударила даже меня, блин. Да. Там и сразу назад. Там и сразу назад. Молодец. Стоп. Побежали.